Всем привет, эндоскоп с монитором Protect X9. Самая гибкая камера Змейка с записью на microSD-карту до 32 гигабайт. Диагностика недоступных мест с помощью эндоскопа и гибкой камеры Змейка во многом облегчает поиск проблемы внутри различных систем. Беспроводной гибкий зонд-камера с регулируемой подсветкой передает изображение на LCD цветной монитор 3,5 дюйма с возможностью фото и видеозаписи всех результатов на microSD-картку объемом до 32 гигабайт на расстояние до 10 метров. Долговременность работы прибора гарантируется за счет хорошего защищенной водонепроницаемой камеры уровня IP67. Устойчивость к температурам от 10 до плюс 50 градусов Цельсия. Удобство использования обеспечивается возможностью работы на автономном питании и независимости от наличия электросети. Преимущественные особенности прибора заключаются в его маленьком весе и портативном исполнении. Длина трубки в комплект 1 метр. За дополнительную плату возможна поставка трубок 2,5 метров. Назначение эндоскопов: визуальный контроль технических систем, кондиционирования, двигателей и производственных агрегатов. Эндоскоп незаменим для осмотра оборудования, находящегося в рабочем режиме, без возможности остановки. При этом неисправность выявляется наиболее эффективно. Длина трубки базовой модели, которую вы видите на экране, составляет 1 метр. Есть возможность увеличения длины до 2, 3 и 5 метров за дополнительную плату. Также можно изменить диаметр камеры с 9 мм на 5,5 мм.